Так, 8 октября 2023 год. Ну вот, как раз настроение хорошее поймал, и погода прекрасная. Сегодня, косите, да, сегодня воскресенье, 8 октября 2023 год. Вот хорошие люди, вот, вот постоянно косим по рекомендации, вот по соседям рекомендуют. Вот Николай Тимофеевич привез, сэкономили на транспортном такси. На грузовом, вот, штиль 250-й, ну, слава богу, дай бог, чтобы оборудование хорошо работало. Вот бензинчика заехали, 35 литров затарились, еще тут 12 было у меня, так что все нормально. Это вот водичку там, чаек, кофеек, помыться. А я тебя покормлю. Да у меня все, Андреевна, есть. Я наварю горяченького какого-нибудь все. Супчика или что-нибудь. Разберемся. Я у меня тут это, на неделю я все взял, и китайское, и газ, баллоны, и все. А это как бы мой реквизит. Как говорится, вот хорошо я в тот раз приехал, и на 4 дня, ночи остался. Да. И поэтому вот такой мой шмурдяк. Поэтому какой автомобиль, Володя, тебе надо? Ну, получается, микрогрузовик. Двухкабинник микрогрузовик надо для своего, как оно называется, ремесла, да? Для перевозки, да? Ну, травка уже, она хиленькая, она уже такая силу свою потеряла. Уже осень, получается, октябрь. Так что лесочкой сработаем вот так. Да, она в этом году и не очень выросла как-то вроде. И здесь окосил кто-то у вас, да? Да, да, косил племянник. И вот доделать надо вот этот участочек. Ой, я делал. Вот доделать. О, ну, Наташа, так, видишь, да. Как красиво ты сделала. Наташа вообще молодец, она все убрала, тут же следом грабельками все прошла. Трудяшка, вон красивенько все. Вон. Видите, она стажки сама собрала. Да. Да? Это она сама собрала? Да, да, да. Да, она, да, трудяшка, она, да, такая, что... День и ночь здесь. Вот, молодцы, молодцы. Да. Дружненько тут, самое главное, все хорошо. Ну и мы тоже от души тоже свою часть работы выполним, да? Вот. Ладно, вот такие дела. Я, да, тебя накормлю, говорю. Ясненько. Ну, сначала надо нагулять аппетит. Ну, да. Как только будешь обедать, лесочкой сработаем. Раньше в старину только завтракали и ужинали, не обедали. Ну да, вот. Это раньше. Я тоже так люблю. Да? Уже когда все сделано, уже тогда покушать. А так покушаешь, расслабляешься. Если когда захочешь кушать, приходи, не стесняйся. Разберемся. Ну все, я на месте, все хорошо.